Добро пожаловать на просторы игрушки Uncharted 4. Мы движемся с вами дальше. Нужно лезть на ту жуткую гору. Да уж, выхода явно нет. Давай посмотрим. Ребята, меня зовут Брейн, если кто еще не понял. Мы проходим потихонечку эту прекрасную игрушку. А мы не знаем, что случилось, мы не знаем, где наш брательник. Но вроде бы как. Есть догадки, что именно он нам подавал специальный знак азбукой Морзе, как я понял. Что с ним все укай? Прыгай! Прыгать, зараза такая! Так, вроде как бы силы мы в себе нашли, немножко отоспались, мышцы у нас пришли в норму, и можно двигаться дальше. Так, давай. Готово. Ну, кажется, все просто, на первый взгляд, да? Зафейлиться здесь было бы стрёмно. Давай, дрейчище, давай! Можно повыше. Ты уже отоспался, я не знаю, ты ешь, пьешь, вообще ты робот какой-то. Тобой движет только одна цель — найти эти сокровища и спасти брата. Я не думаю, что ему, конечно, хочется. То есть какая-то доля корости явно присутствует, что надо все-таки поживиться и с женой помириться, чтобы все у нас было найсово. И не нажить себе проблем на лишнюю, собственно, пятую точку. Дрейк, у тебя же много задниц, правильно? Многозадыш, Дрейк. Оп! Слушай, а там, по-моему, можно было как-то зацепиться, наверное. Давай сюда. Давай, вот так вот. Поверху без проблем пройдешь, без вопросов. Что у нас тут? Оп, еще выше. Я не знаю, я сейчас как-то рандомайзером иду и надеюсь, что все-таки где-то явно ждет меня успех. Я вижу, что там можно было прицепиться. Давай еще сюда. И вот сюда вот. И кавабунга, мазафака. Тихо, тихо, тихо. Куда ж ты прыгаешь, задница ты? Эдакая. Ладно. Мне кажется, что надо было чуть-чуть повыше взять, и все было бы хорошо. Виды здесь открываются, конечно, просто изумительные. Оп. Смотри, можно вот сюда, вот, да. Сейчас сделаем раскаточку. Раскаты грома, шум дождя. Давай сюда, вот, молодец. Без проблем. Поднимаемся. Так, мы с тобой очень быстро поднимемся. Вот за эти прыщики скалистые. Можно их так называть? Спокойно, можно ухватиться! Вы знаете, я думаю, все-таки Лара Крофт черпала вдохновение вот именно в таких кинематографичных сценах именно у ребят из Naughty Dogs. Так. Давай, братан. Я практически уверен, что мы пропустили там где-то пасхалочку. Она точно была, точняк. Так, давай. Знаешь, повиснуть так. Вот сколько ты вот реально провисишь, допустим, зная, что он, твоя жизнь как раз от этого зависит. Так. А вот и водопад. Страшно, ну а что делать? О, боже. Рейв. Как-то вот нет уже улыбки на наших лицах. Да уж. Так, пока они там плывут, у нас есть, в принципе, немножко времени. Давайте попробуем вот так вот. Давай, цепляй. Выдержит, я тоже надеюсь, что выдержит. Так, мне надо разогнаться. Очень стрёмно. Кавабунга! Давай, бонзай! Опа! Тихо, твою мать. Хорошо, дружище Нейтан, что ты после этого еще смеяться можешь. Обычно я думаю, что вряд ли уже что-то получается. Давай сюда, прыгай. Так, с какой дерьмо нас тут ждет? Куда теперь? Хороший вопросец, ты знаешь? Я тоже себе его... Ой. Иногда задаю. А там, мне кажется, ты вряд ли пройдешь. Давай смотреть сюда. О, там сокровище. Глазастый Брейн сокровище увидел и поспешил скорее к нему, чтобы залутать на славу быстро. Иначе не достанется оно никому. Вот, видишь, какая рифма у нас рождается. Деревянная кружка. Явно ж пивко попивали с нее, да? Эх, хорошая вещь, оказывается. Заберем? Заберем, я думаю, еще понадобится. Давай попробуем, смотри, хоп. Молодец. А если бы он головой ударился? Вот серьезно, такой вариант, что Нейтан бьется головой и сразу забывает о брате, о жене, о сокровищах. И начинает помогать Рейфу. Вот это был бы поворот событий, я бы сразу ребят зауважал. Но тогда бы потерялась вся суть, цимис происходящего. Ты хочешь, чтобы я скатился? Ты явно этого хочешь. О, что-то есть. Это депрессивно. Так, депрессняк. Как ты убили, что? No quarter, что-то там for thieves, да? Понятно. Вот как раз и про воров у нас заговорили. Давайте попробуем скатиться, у нас выбора как бы нет. О-о-о-о-о-о-о! Держись, братан, держись!
О, как хорошо, как же Найсова. Да, Господь явно с тобой, заодно помоешься, можешь открыть вот так вот рот и попить этой прекрасной водички. Я думаю, что здесь она явно чистая. Фу, давай так. Я не уверен, Нейтан, что у нас что-то получится, но мы будем стараться. Так, тут чисто. Водичка бодрящая! Бодрящая вода! Что это такое у нас? Привет! Чё, крабы, бля? Вот тут-то хорошо, слушай, они уже на вид такие, как будто их приготовили. Это я заберу, это мое. Подзорная труба. Классная штука. Помню, в детстве я просил родителей купить мне подзорную трубу и бинокль. Я очень любил их. Я до сих пор люблю. Почему бы и нет? Так, налево или все-таки здесь? Мне кажется, здесь что-то интересное может быть. Давай пройдем с тобой туда. Где нету больше ни черта. Так, здесь явно выход, да? То есть я здесь поднимаюсь, там у нас гора, и мы спокойно поднимаемся наверх. Но я был бы не я, если бы не вернулся и не проверил, что у нас там справа. Так, давай посмотрим. Эй, а справа что, ни хрена нет, что ли? Что, издеваетесь, еба? Ах, господи, вот сюда надо было. Так, здесь какая-то темная пещера. Смотри, здесь, оказывается, ничего нет. Просто по кругу проходишь, и вот такая вот хурбенька. Нет, там можно, конечно, было выйти, но я боюсь, что я выйду. А давай выйдем, ладно. Вон какие-то ящики там лежат. Может быть, что-то есть, нет? Уже ничего нет. Все, что я мог, я уже забрал. Такс, давай. Главное, что теперь у нас совесть чиста, и можно спокойно двигаться дальше. Братишка, нам не сюда. Ты немножко берега попутал, надо пройти было в другую сторону. Вот сюда. Так, Нейтан, погнали, надо найти братца. Я не знаю, где Сэмми, что там с ним случилось. Привет. Здорово. Человек не проходил. Как висится-то? Высокий такой, в голове глупые мысли. Угу, и попал в ловушку. И черик пиздык, блядь, и подвесился. И осталось ему только разлагаться. Может быть, там черви, птицы, личинки мух его схавали. О, интересно как. Не повезло. Да, явно не повезло. Окей. Сегодня, когда мы готовились покинуть пещеры, я заговорил с Бёрнсом. Наши запасы таяли, нас становилось все меньше. И я потребовал, чтобы мы отправились обратно и вернулись сюда вновь, взяв больше людей и припасов. Бёрнс рассмеялся мне в ответ. Ага, повторил эту свою песню «До сокровищ рукой подать». Я был непреклонен. А ведь если мы найдем тайник Эвери, у нас остался лишь один корабль, на котором нам самим едва хватит места, не говоря уже об индийском золоте. Я обратился к Старпому и Хейзу за поддержкой, однако он отпрянул от меня так, будто я чумной. Так, позвал меня подумать о благе всей экспедиции в целом, потребовал не устраивать раскол в команде. Черту этих сумасшедших. Я не намерен здесь помирать, вот и все, что я могу сказать этому дураку. Если Бёрнс верит, что это Либерталия, если он хочет идти до конца, пусть делает это без меня. С первыми лучами солнца я их покину. Угу. Вот до чего, собственно, он доигрался, блядь. Покинул, молодец, блядь. Осталось только сгнить. Бедняжка. Уж с какой. Ну, зато сокровища могут нам достаться. Правда, Нейтан? Мы ж не будем сдыхать с тобой здесь, как Лалыч. Давай сначала найдем выход из этой жопы. Так, тут вроде как бы можно было изучить внимательно подбородок нашего главгероя. Вот это, наверное, да? Точно. А Либерталия нас ждет. Или как Каналья Либерталия. Слушай, что мы сделаем? Давай вот так вот, наверное. И давай сюда. Ты туда лез, что ли? Так, спокойно, ребзяч, все будет норм. О! Фух, нехило. Нехиленько-то так у нас тут дела. Че это за хурма? Давай, братан! Опа! Шикарно. Мне это сейчас нужнее. Я согласен, да. Вы подобрали скальной крючок. Видишь, как раз выдолблено. Доберитесь до пористой поверхности и нажмите квадрат, чтобы воткнуть ее. Оп. Так, давай сюда. Оп. И можно еще здесь квадрат. Смотри, хопа. Работает. Да работает, конечно. Тихо. Давай наверх. Молодец какой. Оп. Еще немного. Еще немного усилий, и все у тебя будет в шоколаде. О-о-о! Тихо. Либерталия ждет нас. Оп,
молодец какой. Давай все. Эй, вот так вот. Ну, а здесь уже можно подняться и так. Хочу заметить, опять же, сходство с Ларой Крофт, у нее тоже была подобная штука для того, чтобы залазить. Называлась, напомню, ледокол. Ледоруб, ледокол. Так, смотри, что мы делаем. И сейчас, опа, вот так вот резко, без приколов. И вот сюда, давай. Опа, хорошо. Так-с, можно вот так попробовать. И сверху, ой, о, господи. Ну что, насчет прыжочек, давай. Прыгать будем или как? Братишка Нейтан, ты что-то меня огорчаешь? Тихо. Давай сверху, отлично. Фух, Сэмми, я думаю, что с тебя явно пивас. Ему придется проставляться за то, что мы его так эпично ищем. Искал ли он бы нас так? Это уже другой вопрос. Либерталия! А-а-а, блядь! Да, Либерталия осталась где-то в прошлом. Хорошо, Нейтан, что у тебя много жизни, как у кошки? Давай попробуем еще раз. Так, Нейтан, аккуратно. Ну что, еще раз с криками. Либерталия! Отлично, Либерталия получается. Давай дальше. Можно попробовать, конечно, прыгнуть. Вот как-то так. И... О, ебическая сила. Тихо, 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 тихо. Так, спокуха. Ты представляешь, какие засранцы? Тихо. Тихо, засранцы, тихо. Спокойно. Вот, видишь, до чего доводит стелс. Так, они прекрасно знают, что я там, но я хотел бы это все как-то по-тихому, что ли. Не, братан, давай ты сделаешь вид, что ты забыл, где я нахожусь. Давай я умру лучше. Мне кажется, так будет проще. Я умру и постараюсь это сделать как-то аккуратней. Я ж не знал, что там можно было как-то перепрыгнуть. Видишь, они опять же агрятся. Так, давай сюда. Согласен, здесь полная лажа. Смотри, можно забраться вот здесь еще. Так. Сейчас мы вот с этим разберемся. Братишка, come to me, my little friends. Эй, ты зря ушел. В принципе, можно и там, то есть нам дают разработчики некую нели... Ай, опять пока Лешка заговорил, смотри, он, сука, уходит. Сюда пошел. О-о-о-о, отпускайся, нахер пошел. Пошел отсюда. Пшишкая зараза, блядь. Так, они явно что-то услышали. Жалко, у нас нет, как в Last of Us, видения силуэтов. Помните, когда там L2 или L3, там надо зажать, и можно понять, кто где находится. Тут надо именно по звукам. Либерталия. Ой. Сейчас он придет сюда, я его сброшу нахер. Но я хотел бы, конечно, так сделать. Вряд ли получится. Ничего. Ничего там нет. Ничего на совете лучше нету, чем убить ублюдка. Оп-оп-оп-оп-пум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 . Братишка, я, пожалуй, заберу то, что твое. Смотри. Опа, сука. Так. Народ, у нас убитый! Тихо, 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 тихо. Тихо, 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 тихо. Сейчас он там что-то будет ля... На, сука. Немножко стелса явно не помешает нам. Заберем гранатку. Заберем оружие. Еще гранатку. Так, теперь давай смотреть, где эти ублюдки тут. Вон он ходит на той стороне. И, в принципе, его можно и надо вальнуть. Тихо. Да, братишка, я иду к тебе, мы сладкие. Сейчас ты хуяк его туда, на, сука. Ай, жалко, нельзя было выбросить. Так, потрошки перезаряжаем, и все у нас хорошо. Так, давай сюда. По-моему, эту миссию показывали на то ли Е3, то ли на какой-то выставке, и у них тут были глюки, я помню. Что-то такое у нас тоже бывало. А ну давай туда, перепрыгнешь? Оба! Молодец какой. Ага, он где-то тут. Тихо, 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 родной мой. Ты же не будешь прыгать ко мне, правда? Тебе показалось, это просто там кустики шевелятся, птички, там ящерицы или еще что-то. Ну и хорошо.
Нехорошо, согласен. Хуёво. Не-не-не-не-не, братан. Это плохая затея. По-моему, там ко мне кто-то еще спрыгнул, я слышал. Так, мне придется в любом случае... Ой, там их двое, смотри. Либо их всех перебить, либо как-то осторожнее. Смотри, как мы делаем. Оп. Идеально, да, мазафака? Все сплинтерселы, блядь, прошли. Не мимо нас, очевидно. Такс. Там есть какая-то как пещера, что ли. Давай сюда. Наемников здесь просто хоть жопой жуй. Так, давай наверх. Я ж думаю, ты можешь забраться, да? Для тебя это не составит труда. Ух ты! Так, потрошки забрали. Давай сюда. Где ты, падла, он мне говорит. Я тебя найду первей, не переживай. Так, здесь можно... Ой-ой-ой, там могут спалить нас. Там вон зараза ходит одна. Вон там сверху тоже. Тихо, тихо, палевно. Очень-очень палевно. Так, смотри, вон он там вот. Я вот думаю, как бы мне аккуратно, грамотно. Там три человека. Я вот не представляю, как мы это будем делать. Ой-ой-ой-ой, как палят. Сука какая. Жалко, что нет каких-то манков там или еще чего-нибудь. Я тебя найду. Да перепрыгни ты. Молодец. Ох, как хорошо. А, братишка, куда ж ты? Ебана мать. Чуть там не за это самое замешкались. Давай. Давай ко мне на карнавал, на пятачок. Че там не агрится, смотри. Че, ебу дали, блядь, мудаки? Нашел что-нибудь? Нашел что-нибудь? Нет. Никого тут нет. А, да что ж такое у вас за попрыгухи, а? Слушай, а может я им грену туда жахну? Я бы мог туда гранатку жахнуть, нехило так. Бабах, бля! Неожиданная хуйтень, да? Согласись. Еще разок. Мне нравится эта хуета. А я же не понимаю, в чем проблема. Че, ребят, стрёмно, да? Кокосы, блядь, с деревьев так не падают. Поц, я думал, он умрет сейчас. Так, смотри, сейчас он сделает прыжок сюда ко мне. Куда, блин? Я просто наблюдаю тихонечко за логикой происходящего. Вот, смотри, сейчас он сделает тут перелет, а я его здесь поймаю. Я, по крайней мере, планирую так сделать. Давай, давай, братан. Не хочешь? Ну и хуй с тобой. А, тихо, 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 Нейтан. Спокойно. Без выебонов давай. Ой, 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 ой. Так, вон там один засранец. Жалко, нет пистолета с глушителем. Вот это была бы тема. Так, мне нужно, чтобы кто-то из них как бы разошелся, потому что и там, и сверху, и снизу очень много народа. Смотри, сейчас как мы убьем сразу двоих, а? Опа! Шикарный полет! Так, что у нас дальше? Да-да-да-да-да, ребята, вы очень умны. Не по годам, блядь, своим. Иди сюда. Тихо. Тихо, тихо. Ой, ой, ой. Тихо, сука. Ёпта. Ох ты, боль какая. Нихера себе. Да валим, 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 валим отсюда. Близко. Согласен, очень близко. Тихо. Падай же, убивай. Готово. Суки, видите, вы что, охренели, что ли? О-о-о, прыгай, прыгай, прыгай! Ни хрена. Давай, отлично! А фонарить можно? Так. Куда я, блядь, попал? Чего ты ждешь? Иди к черту! Опа! Вот это прием! Слушай, вот это найс! Тихо. Назад давай. О, с подружками явно беда. Нет, 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 нет! Тихо, тихо. Вот это мне нравится. Я люблю жесть такую. Тихо, сейчас разберемся. У меня еще есть граната. Воу-воу-воу-воу, пулеметик, это плохо. Готово. Фух, нехиленько мы так повоевали. Ну, где смогли, собственно, там прошли. Чуть за фейл у нас. Давай вот это вот заменим.
и возьмем вот такую вот винтовку. 69 зарядов. Так, братан, я вот думаю, ты туда допрыгнешь, нет? Стрёмно на самом деле, но надо попробовать. Тихо. Нейтан, ну ты же не дебил? Ну скажи мне, пожалуйста. Только откровенно. Готово. Здесь, я думаю, уже наемников нет, потому что кого сагрили, уже, собственно, все убиты. Вон калашки есть, давай заберем. Оп! Так, что у нас есть? Автомат с прицелом, насколько я понял, но сейчас с ним как-то особо нужды, видимо, нет, да? А вот гранаты я, пожалуй, заберу, они нам спасали жизнь нехило. Так, 92 заряда, погнали. Фух, здесь можно как-то забраться, вот здесь, например. Оп. Мне всегда доставляло это в Ларри Крофт, и теперь дико доставляет и в этой игре. Можно было пройти по стелсу, я практически в этом уверен. Интеллект здесь забавный. Если поставить уровень сложности максимальный, вы тут соснете просто за милую душу. О, барок 44. Хорошая штука, но я пока брать ее не буду. Так, как я понял, мне надо, видимо, на самый-самый верх. Так, скажи, пожалуйста, как мы туда заберемся? Есть предложение пройти еще раз сюда и посмотреть, что у нас тут. Мне кажется, что там сверху надо залезть. Опа, давай. Смотри, как мы делаем. Вот так, по-умному и по грамоте. Давай наверх. Я не уверен, потому что, опять же, мы проходим это первый раз. Да, смотри, вот сюда вот. Так, оп. И поехали. Так, тут новые наемники должны быть. Как бы по идее, да? Ладно. Куда мне? Хороший вопрос. Ну, давай налево, может быть, и направо. Или плевать. Так, заросли слишком маленькие, в них не скроешься. О, здравствуй, мистер Скелет. О, что это? Так, интересность какая-то. Всякому, кто найдет это послание, знайте, что Джонатан Бёрнс, который привел нас сюда, убил нас всех в погоне за сокровищами Эвери. Он довел команду до изнеможения, обещал им славу, а получили они лишь болезни и голод. Он привязал живого человека к мачте и оставил умирать в мучениях. А после я видел, как он обрек нашего лоцмана на верную смерть за то, что тот высказал ему свои опасения. Он застал меня за приготовлениями к отплытию и начал ругаться, на что я достал пистолет и сообщил ему, что отправляюсь в Англию, где намерен всем поведать о его преступлениях. Когда же я отвернулся, подлец выстрелил мне в спину и скрылся в джунглях. А время мое на исходе, рука слабеет в отсутствии надежды на земное правосудие, я заклинаю вас. Ого, жуткая история. Согласен, дерьмово. Команде Бёрнса повезло с этим. Так, тут можно залезть, а что в пещере у нас? О, интересно. А тут у нас маленькое сокровище. Давай заберем. Ух ты! Что это за хурма? Это парадный кинжал. Смотри, какая классная штука. Глазёны выколю. Ну, вот такие вот вещи мы находим. Я думаю, что они представляют неплохую ценность. И можно кому-нибудь зашкварить их. Так, давай. Видишь, как все просто. Все, а, ясно же! Твою мать, а. Бегом, 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 Нейтан. А, ты же грудаком ударился. Чуть тебя не пристрелил. Сэм, ты жив? Да, как всегда вышел сухим из воды. Рад тебя видеть, братишка. Пошли. Нас ждет сокровище. Погоди, погоди, Сэм. Куда нас несет? В каком смысле? Вся наша снаряга на дне Индийского океана. Ничего, стащим что-нибудь у солдат на Дин? Да, у солдат. Против нас целая армия. Ну, все это время мы справлялись. Мы с голыми руками посреди джунглей. Так в эти джунгли мы и стремились попасть. У нас даже пути отхода нет. Так, ну послушай. В порядке бреда. Давай спустимся и хотя бы угоним себе лодку. Лодка подождет. Ты знаешь, что у нас на кону? На кону моя жизнь. И мы ее выкупим, если пойдем в эти джунгли и найдем Либерталию. Ты тут
видел хоть какие-то следы пиратской колонии? Я вот точно нет. Не поздновато ли теперь сомневаться, Нейт? Ну ты признай хотя бы, что замысел Эвери организовать ту пиратскую утопию вполне мог провалиться. И вполне возможно, что мы зря тратим время на иллюзии вместо того, чтобы искать реальный способ тебя спасти. Я намерен перерыть весь остров по камушку, пока не найду сокровища, ясно? А ты, если совсем уж не уверен в своих силах, можешь возвращаться домой. Стоп, стоп, стоп. Домой? Ты издеваешься? Знаешь, чего мне стоило доставить тебя сюда? А чего мне это стоило? А? 15 лет жизни ну, псу хватит. Под хвост. Это как тут тебе? Вообще ни при чем. Правда? А я вот так не считаю. Что? Обалдеть. Все еще хочешь домой? Посмотрим, что там есть. Честно говоря, Сэм как-то начинает напрягать. Брат братом, конечно, но мне кажется, что он может все-таки как-то нас подставить или нож в спину воткнуть, почему бы и нет. Даже вот лемуры охуели улетели. А, лемурчик, привет! Ни хрена себе. Так. Погнали посмотрим, тут наверняка есть что-то интересное. Ух ты, сколько тут может быть сокровищ, я даже боюсь представить. На самом деле там не 400 лямов, как нам уже говорили, тут может быть больше, значительно больше. Только бы остальное не было завалено тоннами земли и камней. А я вот давай посмотрим. Я так понимаю, что это какой-то как поселок был или что-то такого типа. Либерталия. Фух, пока что только деревья, лианы и да, пара лемуров. Сюда. Смотри, что у нас здесь. Можно пробраться внутрь. А надо ли это делать? Либо забраться на крышу. Ну, на крышу, конечно же, мы не заберемся. Оп. Никого нет. Фу. Слава богу, что пока сюда не дошли. Так, там слишком тесно. Другие времена. Да, крыше нужен ремонт. Только бы она на нас не рухнула. Здесь надо аккуратно присесть. Слава богу, это все делается автоматом. Так, давай, раз, аккурат. Мне кажется, хуёвая затея, ребят. Тихо, мы сейчас можем разделиться с братом, потому что там как-то деревяшка странно выпирает. И мне кажется, что рано или поздно оно обвалится. Сюда. Так, Сэмми, давай, что тут у меня? Так, сокровищ нет. Давай. Ах, господи. Вы ж протиснитесь, ребят, можно не двигаться, ты спокойно там пролезешь, ты же не жиробас какой-то. Похоже, тут есть. Твою мать. Ну, давай здесь, да. Нам сюда. Так, братва, давайте двигаться. Пылища. Да, тут не то, что пылища, тут говнище какое-то. А то какая хорошая нагрузка. Так, хорошо. Там у нас получается ничего. Ну, там можно пройти, сейчас посмотрим. И можно посмотреть, что у нас здесь. Спокуха, вроде все чисто. Как приятно иногда размяться. Да, это точно. Слушай, все завалено. Просто в хламину. Оп, мы проскользнули, я даже не знаю куда. Так, тут есть ящик. Сейчас мы его вытянем. Вот так. Берегись! Опа! Шикарненько. Так, давай сюда. Ты должен это увидеть. Ух ты, ни хрена себе. Вот это да. Красоты какие, это ж надо было нарисовать, а потом перенести уже в игру, чтобы это на картинке вызывало восторг и в игре. Видишь? Нет домов, широкая улица. Наверняка тут было что-то типа рынка. Да, спасибо за ценную информацию. Что ты видишь? Ты хочешь, чтобы я это сказал? Очень надо, чтобы ты сказал. Ладно. Либерталия. Либерталия! Легендарная, затерянная пиратская утопия, которая спустя 300 лет найдена неким Сэмюэлем Дрейком.
Ну да, конечно. И его менее эффектным братцем, который случайно увязался за ним по пути. Я всегда знал, что однажды ты станешь человеком. Это не первый затерянный город на моем... Тихо, тихо, просто насладись моментом. Ну, с чего начнем? Вон с того сооружения. А, со сторожевыми башнями? Да, посмотрим, что они там сторожили. Согласен. Мне кажется, эта карта есть в мультиплеере. Она идеально подходит для сражений. Встретимся в раю, глава 14. У меня дар речи пропал. Так. Охренеть. Я просто охренеть. Давай перепрыгнем. Получится. Оп-па-па-пам. Да, могло бы получиться, но не в нашем случае. Уж, как красиво, а. Годы, десятилетия. Обалдеть. Удалось сохранить все в тайне. Я представляю, какое количество здесь ништяков спрятано. Эй, Сэм, посмотри. Ух ты. Так, это дело можно забрать. Здесь делали сабли. Так, перевернуть. Давай посмотрим. Слушай, круто. Да, взять с собой мы ее не можем. Нам, в принципе, без надобности, когда такая винтовка за спиной. Ощущайся, пёс! О, боже. Класс. Я просто... Ну да, я понял. Ну, как раньше. Да, да. Тоже мне пират. Походу, они как-то не в ладах с братцем, да, стали? Ну, реально, как-то он зашкварился немного. Сэмюэль. И Дрейка это беспокоит, что из-за него у него куча проблем, плюс еще проблемы в семейной жизни. Где ты, ёпта, делся? Если да, то не на этом острове. Иначе про него бы все узнали. Логично. Так, хорошо. Давай смотреть дальше. Что у нас тут еще есть? Можно пройти сюда. Какой-то туман тут назревает уже. А это не есть хорошо. Обалдеть, сколько тут ништяков. Так, давай наверх посмотрим. Сразу вспоминается Last of Us, когда мы бегали и лутали дома в поисках чего-либо полезного. О, видишь, порисовались окна на лету у нас. Нормальное дело. Да. О, чуть лежит. Куда же все подевались? На небо их забрали, что ли? Так, вот детские игрушки того времени. Ночной горшок стоит. Вот такое тоже дело было. Так, выпрыгивай, дружище. О, тихо, тихо, не так резко. Мало ли что с тобой может случиться. Нейтан, ты дебил? Побежали дальше. Так, тут памятник. Смотри. Тут, походу, кого-то казнили. Что это за символ? Я видел пару таких, когда искал тебя. Так кто тут ставит метки? Это чья-то печать? Нет, я такой не знаю. Так. Захватчики? Наверняка у этих людей были враги. Давай посмотрим. Пойди, в журнале все это дело должно записано быть. Может, легенды и не врут про попугаев? Что это за символ? Интересно. Явно были другие пираты, наверное, которые хотели бы заграбастать сокровища Эвери. Так, что это у нас? Ух ты. Замок, смотри какой. Так. Тут, походу, клепали броню и разные другие интересности. Тюрьма. А, тюрьма даже. Я думал, тут клепали что-то тоже. Как-то это лицемерно. Тюрьма у пиратов. Ну, в любой компании найдутся мерзавцы. Так. Нейтан, забирай сокровища и пойдем отсюда. Так, древний каменный горшочек. Вот такая вот штука у нас есть. Нейтан, сваливай. Во, молодец. Я не представляю, сколько здесь еще чего можно найти. Давайте посмотрим. Так, тут мы были, тут можно забраться. В принципе, можно было бы зацепиться. Смотри, какое веткое все. С ноги с вертухана сделать один прием. И я думаю, что крыша завалится. Так, что у нас наверху? А наверху у нас просто бублик с маслом. Сюда, за мной. Я думаю, что правильной дорогой движемся, солдат. Оп-по-по-по-по. Так, спокуха. Тут чайник, смотри, в то время уже были такие чайнички. Забавно. Эй, Сэм, сюда. Здесь что-то есть. Сэм. Ай! Твою налево.
Так, Сэмми, не спешим, аккуратно идем и лицезрим все, что видим тут. Уж какой-то Скайрим начинается. Так. На убежище. Да, но от кого они прятались? От самих себя? Да я думаю, что были какие-то твари тут явно. Смотри, похоже на схему торгового квартала. И... вот, вот наше сокровище, в этой башне. Что они задумали? Действительно. Пока что под вопросом. Вон, кстати, еще, смотрите, череп и саблети. Да. Знаешь, если символ оставили захватчики, мы бы не нашли его в подземном убежище. Да. Может, тут не все было гладко? Тайные общества, заговорщики. Это вполне возможно. Так, наверх явно можно подняться, давай. Готово, самые настоящие катакомбы. Так, смотрим. Ух ты. О, боже мой. Вау, тихо. Так, там можно спуститься, окей. А здесь, по-моему, гробы лежат, ребят. Вот что проблема. Как мы выберемся? Через колодец давай попробуем. Так, порядок. Так, давай, 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 аккуратно. Там внизу виден свет. Давай, братан, еще можешь пониже взять? Мне не хотелось бы падать. О, о, там вражина уже. Тут тоже колония. Так, раскачиваемся. И полетели. Слушай, может как-то по стелсу рубануть их? Я вот что думаю. Оп, тихо. Так, ребята, не агримся, сейчас спокойно это дело пройдем. Да, херово. Нас еще не заметили. Пусть так и будет. Ладно, не высовывайся. Хотел сказать тебе то же самое. Да, да. Так. Привет. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Ну, есть что-нибудь? Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Как же ты меня заметил-то, козлина, блядь? Ладно. Хорошо, будешь воевать? Будем воевать. О, Сэмми, Сэмми. Я хотел, как красиво, чтобы было все. Так, бросаем грену. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Готово? Готово. Я ж тебе прям по макитре попал, твой тупой. Как ты выжил? Есть прицел. Рулетка на скорость. Готово. Оп, воу-воу-воу, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, спокойно. Тут очень... О, если бы мы по стелсу проходили, полдня бы ушло, наверное. Гранаты... Ай, ай, бегут, бегут, суки! Стреляй, стреляй, стреляй! Давай, Нейтан, беги! Как так-то? Ну как, объясни? Я же перепрыгнул, я же надеялся выжить. Ты хочешь реально по стелсу? Чё-то я сомневаюсь, братишка, что мы сделаем это. Меня там запалили так, знаешь, по-черному еще, по-жесткому. Тихо. Сейчас опять стрелять начнет, небось, да? Или Сэма увидит, или еще какая-то жесть. Так, там у нас был один наверху, насколько я помню. Да-да-да-да-да-да-да, не канифоль, братишка, все будет хорошо. Обыщите тут все. На, обыскивай, я не думаю, что у тебя получится что-либо сделать. Так, давай повыше. Угу. Есть смысл, конечно, пробежаться. Но врагов здесь, я думаю, вы видели сколько. Тихо, 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 тихо. Если по стелсу, так уж все делать по стелсу. Так, вон там автоматец лежит у нас. Там ублюдок вроде ушел. Тихо, 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 тихо. Тихо. Чего-то я не вижу камеру, тихо. Спокойно. Спокойно. Там один засранец, смотри, палит, манифолит все это дело. Ты ж не пойдешь сюда ко мне? Че там за дерьмо? Кто там поднялся? О-о-о! Привет, братишка.
Мне кажется, нас там может кто-то спалить по-жесткому. Фу. Так, братаны, сидим пока. Ой-ой-ой. Погоди. Тихо, не палимся пока. Черт, еще одного грохнули. Вы знаете, что за... Тихо-тихо-тихо. Мне точно не послышалось. Да прыгай ты на его, дебил, блин. Господи. Валим отсюда. Валим, 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 блядь, как можно быстрей. Куда побежать? Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Ребят, вы че, ёбу дали? Так, там Сэмми. Я еще раз брошу. Готово. Фу, воу. Воу. Воу-воу-воу. Тихо, 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 падай, 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 сука. Готово. Так, хилимся, хилимся, хилимся. Очень опасно сейчас вылазить. Давай Кондора возьмем этого. Так. Падай, сукин сын. Значит, надо менять обратно. Так, 47 патронов и 73. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Так, братан, где ты там нашел нас? Фу. Заняли позицию. Можно, конечно, попрыгать, но, опять же, моментально просто завалит. А можно, наверное, было и по стелсу пройти как-то. С горем-то пополам. Так, здесь окно. Смотри, вот сюда залазим. И мы с тобой наверху. Вот так вот, все, выше, выше. Давай попробуем. Снова наемники. Да что ж такое-то? У ящика. Тихо, тихо, тихо. Откуда ты вылез? Пошел нахер. Прощайся с жизнью, мадавага. Так, где ты там агришься, блядь, мадила? Вижу, там снайперская лежит, сейчас возьмем. Давай. Готово. Ох, сученыш идет, смотри сюда. Падай, сука, давай, давай, давай. Опа, три выстрела как раз надо. Три выстрела, чтобы все это проделать. Опа, шикарно, шикарно. Ты как? Так. Запыхался, конечно, а как иначе? Ты видел, сколько здесь наемников? Ж просто так не пройти. Так, вот там вот можно, в принципе, пролететь было. Либо попробовать здесь пройти. Ага, хренушки ты окна откроешь. Так, братан, вот это мне не нравится, конечно. Хотя, по сути, нормально можно пройти. Так, на самый-самый верх, конечно, было бы неплохо. Падай. Я уже хотел, честно говоря, что-то либо сделать с ним. Так, давай. Опа! Шикарно. Думаешь, получится? Я что-то сомневаюсь. Так, ладно. Эта штука прочная? Да, прочная, прочная. Куда же денешься? Ясно. Значит, нет. Оп. Отлично. Наемников, блядь, реально не просто неимоверное количество. Такс. Удерживай, чтобы пометить L2 и L3. Понятно. Оу. Тихо. Сейчас будем с ними расправляться по-быстрому. Тихо, 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 тихо. Сколько вражины, ёпта. Так, Сэмми, отвлекай. Сейчас я попробую что-либо сделать. Нас вроде пока не палят. Привет, сука. Так, готово. О, гренки мы возьмем. Грен, это хорошо. Так, нормас. Идем дальше. И так потихонечку мы с вами доберемся куда надо. Так, тут запрыгнуть нельзя. Но он же откуда-то спрыгнул, правильно? Оп. Готово. Так. Можно было бы, конечно... А что? Тихо, тихо, тихо! Твою мать, ну как же так-то? Как ты умудряешься так фейлить, я не представляю просто.
Ладно, давай еще раз, попытка номер два. О, молодец. Хорошо, хоть шнобелем не ударился. Ладно, не расслабляйтесь. Посторожим тут, пока босс не появится. Так, давай раскачивайся. Раскачивайся, Нейтан. Я тебя прошу. Оп, молодец какой. Здесь вроде как бы без проблем можно. Так, вон там говнорез, он не один ходит. Смотри, еще второй у нас тут ходит. Так, было бы, конечно, красиво вырубить их сразу оба. Сюда пошел. А, пошел нахер! Нахер отсюда. Смотри. Оп. Тихо. Наемников, я охерею, блядь, сколько здесь людей, которым надо дать люлей. Так, вон там еще один наверху. Пока. Это тебе ничего, ты ничего не видел, все нормально. Ага, вон там еще один у нас. Я вот думаю, как со здоровяком быть, как его вырубить? Иди сюда, сука, давай. Ай, пока. Давай, выбрасывай руки меня. Тихо. Так, пошла, родная, пошла. Надо бы похилиться немного. Так, вон он, смотри, это Сэмми. Так. Прочешите тут все. Кинем греночку, посмотрим. Хренасе! Хренасе! Сейчас тебе покажу, блин, хренасе. Оп. Чё-то ему как-то вообще посрать, походу. Так, а вот мне не посрать, как я теперь буду дальше проходить это. Иди сюда. Супер-пупер, мазафака. Так, нам надо как-то пересечь и перепрыгнуть аж туда наверх. Либо забраться вот тут сверху, что скорее всего. Либо как-то по низу. О боже, вражины, блядь, я херею реально. Давай, Сэмми. Давай, по темпу. В ритме танца, сука. Готово. Нас, конечно же, никто не видит. Это беспалевно все. Давай. Спасибо. Отлично. О, боже. Так, аккуратно. Спокойно, ребята. Оп. Все вроде ровненько, гладенько. Так, здесь мы не пройдем. А вот здесь вполне возможно. Так, тут нужна помощь брата. Воу! Ни хреново. Я думаю, что туда переберемся, и там серию можно будет закончить. Так. Черт, Надин нас прикончит! Нормально, не агрессируй, братан. Все хорошо. Все просто лучше не бывает. Пока да. Так, а вот и лестница. Очень странное размещение, на самом деле, для лестницы. Там проблема с лестницей. Справимся. Вперед. Такс. Конечно, справимся. Мы не с такого дерьма с вами выпутывались. Так, давай сюда. В принципе, там можно было бы зацепиться, я думаю. Но Нейтан решил пойти другой дорогой, да? О-о-о! Тихо, твою мать. Так, подожди, давай на ту сторону, и там посмотрим, что у нас это. Роскошный вид. Угу, тут у нас ничего интересного. А вот здесь вроде как можно забраться. Ты издеваешься? Ты можешь залезть тут? О, господи. Ладно, мне кажется, что можно попробовать еще раз. Тихо, не падай, тихо. Так, давай сюда. Вот как-то так. Учитывая, что мы поднимаемся вдвоем, это довольно жестко. Слушай, и зачем я сюда поднялся? Какой смысл? Ага, можно обойти. Нейтан, я все, конечно, понимаю, но лестница у нас с противоположной стороны, поэтому давай сюда вот. Давай, не дрейфи.
Не дрейфь, братиш. О, боже. Так, а вот и лестница. Неужели пираты строили так стрёмно? Прям как в Расти сейчас. Так-с. Брат нас уже здесь ждёт. Тихо, тихо, спокойно. Давай. О, вот это высота. Вот это высотенько, да. Оп, готово. Фу, а вот и братец Марил. Опа! Шикарно просто. Молодец, старший брат. Не отставай только. О, боже. Эй, забыл, кто тебя этому учил? Ну что, ребят, сделаем здесь перерывчик и продолжим уже проходить Uncharted 4 путь вора в следующей серии. Я думаю, тут еще очень много эпика, так что всего хорошего, не скучайте. Пока-пока.